неоднократно мы говорили о том, что ведем работу и с собственниками, обзванивая, привлекая ГИБДД. И собственными силами, привлечением эвакуатора, мы очищаем улицы и парковочные карманы города. Одной из инициатив наших по отношению к ДЖКХ – это размещение знаков, запрещающих стоянку, остановку автотранспортных средств по четным, нечетным датам и включение новых улиц, которые значимы в плане уборки дорожной сети. В том числе размещение табличек по работе эвакуатора, то есть с эвакуацией. Совместно с ГИБДД мы планируем провести мероприятие на улицах Первомайская, Портовая, на улице Гоголя. При выявлении нарушений правил дорожного движения мы готовы работать вместе с эвакуацией и с последующей уборкой обочин и парковочных карманов. В случае нарушения водителями требования дорожного знака 3.27, соответственно, приезжает наряд ДПС, задерживает транспортное средство, привлекает, выписывает постановление по статье 12.16, часть 4. Это штраф предусматривает 1500 рублей. И дополнительная мера, то есть это задержание транспортного средства и перемещение его на специализированную стоянку. Соответственно, в случае, если собственник выходит, соответственно, выписывается только штраф без задержания транспортного средства. В случае отсутствия собственника на месте, задержание ТС. Эти знаки будут добавляться периодически. То есть водителей прошу обращать внимание именно и руководство именно знаками 3.27, таблички 8.24.